В распоряжении товарищества Каменка и Д 21 тысяча гектаров посевных площадей. Аграрии с 2010 года удобряют треть земли во время каждой посевной. В итоге в прошлом году хозяйство собрало 27-30 центнеров с гектара. Благодаря этому компания увеличила заработную плату рабочим и обновила спецтехнику. Увеличиваем зарплату. В этом году, в начало года, увеличили зарплату на 25%, и после окончания посевных работ мы еще на 25% вносим пшеницу и удобрения. И начинаем проверять, насколько будет качественный сев. И с 15 числа уже у нас клин. Ну, мы в этом году 14 тысяч планируем. Мы можем за неделю, если Бог, природа нам погоду даст, мы за неделю, мы за 10 дней можем посеять все это. В этом году предприятие вложило в свое развитие 4 миллиарда тенге. На эти средства обновлена техника, начато строительство нового элеватора. Во время посевной трудоустроено около 200 человек, 162 из них – постоянные рабочие места. Площадь посевных земель Сандыктауского района составляет 325 тысяч гектаров. Из них зерновые и зернобобовые культуры будут засеяны на 304 тысячах гектарах. Масличные культуры занимают 7600 гектаров, кормовые – 11400 гектаров, картофель и овощи – 900 гектаров. Заготовлено 52 тысячи тонн семян. Наши аграрии полностью обеспечены горюче-смазочными материалами. В Сандыктауском районе 53 товарищества и около 200 крестьянских хозяйств. В этом году на аграрный сектор района предусмотрено 2 миллиарда тенге. Будет реализовано 4 инвестиционных проекта. Зарина Дюсикеева, Оганбек Манарбекулы, Медет Кайркенов, Фархат Исмагамбетов, Кокша Ахпарат.